Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный классный анекдот. Я надеюсь, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем приятного просмотра! Сидят в крутом нью-йоркском стрип-баре три мужика. Доктор, адвокат и банкир. Вдруг неожиданно к ихнему столику подходит стриптизерша. Ну, значит, и начинает там по-всякому и так, и сяк. Разворачивается к ним попка и начинает крутить. Доктор так на это все смотрит, смотрит. Достает из кармана $10, послюнявил язычком и прилепил на одну ягодицу. Ну, так со стороны смотрит адвокат. Ох, и так, и сяк, и манится, и колется. Тоже не растерялся. Достает из кармана $50, послюнявил и прилепил на вторую ягодицу. Ну, так подумал банкир, посмотрел на это все, достал из кармана кредитную карту, провел этой девушке между ягодиц, забрал $60 и ушел домой. Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.